Он необычный был. Он очень умный мужик, талантливый. Был какой-то вечер в оперном театре. Есть такой Джемал Сепиашвили, композитор. Его вечер был, и он там в финале сделал так, что какая-то военная песня пошла, и люди пришли хор в этом, в камуфляжах спели. И потом был антракт. Я иду, а он сидит. Я говорю: «Эдуард Амбросович, здравствуйте». Я говорю: «Я хочу записаться в армию». «Почему?» Я говорю: «Может быть, я тоже в этот хор меня возьмут». Когда он улыбался, это опасно было. Да, правильно, правильно. Я у него был в Крценисе, когда он уже не был президентом. И напротив входа в его дом была могила его жены Нанули. Да, Нанулина, да. Потрясающе, да? Он ее похоронил прямо у входа в дом. Ну, чуть-чуть, да, там, да, метров 30-40. Да. Интересный человек, необычный, да, действительно. Необычный.